Казахстанцам не будут выдавать положенные накопления из ЕНПФ на руки. Об этом сообщили в Минтруда. Ранее в ежегодном послании президент поручил рассмотреть возможность выплаты пенсионных сбережений гражданам на покупку жилья. По данным ведомства, единые операторы будут обеспечивать целевую направленность средств. К примеру, оператором в части улучшения жилищных условий выступит Отбасыбанк, то есть Жилстройсбербанк. В случае одобрения вкладчикам, желающим приобрести квартиры или погасить ипотеку, будут направлять часть положенных денег на банковские счета. Планируется, что процедура выплаты сбережений начнется с нового года. На это могут рассчитывать те, у кого накоплено достаточно денег в ЕНПФ. Чем старше вкладчик, тем выше порог достаточности.